Привет, дорогие друзья, внизу Трэм, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. И знаете, в этот прекрасный солнечный день наступает знаменательное событие. Утка Джек трясет Кока-Колой. Знаменательное событие. Я отправляюсь на Луну, чтобы изведать, что же там интересного такого творится, поскольку говорят, что на Луне нет жизни, но мы сегодня как раз таки это и проверим, ведь все же знают, что Луна квадратная. Ведь так? Напишите в комментариях. По-моему, она треугольная. Ну или квадратная, ладно. Я думаю, что там живут какие-то лунатики, потому что, нет, ну вы видели? Она светится по ночам, а это значит, что там явно кто-то живет и включает свет. Ну, это ж так работает. Надеюсь, что да. Короче, я собрал для себя самые нужные вещи, которые только могут понадобиться, поскольку там нет воздуха и очень-очень холодно, а порой очень жарко. И, конечно же, я взял кучу артефактов с нашей любимой планеты, потому что, если я там кого-то найду, чтоб они меня не сожрали, я лучше им предложу, а вот эти вот вкусные стейки. Ну или же различного рода золото, железо, изумруды, алмазы и так далее. Ну что ж, я думаю, что стоит нам уже потихонечку собираться туда. И давайте соберем свой костюм вот так вот. Это круто все будет выглядеть. У меня теперь есть антенна на голове. Можно смотреть ворониных. Супер. Так, вот это все забрали. Так, все вроде готово, ребят. Ну что ж, я надеюсь, что полет пройдет гладко. Поэтому прямо сейчас поставь лайк, подпишись на канал. Набираем 15 тысяч лайков и сразу же выходит новый видос. Так, тортики, надеюсь, они... вместо моих мозгов съят именно его. Ну что ж, полетели. Так, ну что ж, я уже почти опустился на Марс, и мне остается лишь нажать на тормоз. Только вот я не вижу! Я не вижу Луну! Вот она, нифига себе, не разбиться бы! Блин, я разбился. Стоп. А это еще что такое? А, марсиане, я так и знал, что они где-то здесь существуют. Так, подождите, а там кто-то прыгает. Блин, ну конечно, это фигово. Теперь у меня нет ракеты. Где же мне ее достать? А кислорода у меня не настолько уж и много, чтобы прожить здесь вечность. Всего лишь где-то на денечек. Надо будет с этим что-то думать. Надеюсь, у них есть такие технологии. Хотя, судя по этим антеннам, они тоже смотрят ворониных, потому что эти антенны направлены прямиком на Землю. А Земля все-таки квадратная, я так и думаю. Побежали туда, надеюсь, они будут мирными. Капец, тут какие-то следы, кстати, я тоже оставляю их. Блин, ну все-таки мне так нравится этот костюм. Откуда у меня эта стрела? У меня же никто не стрелял. Здравствуйте! Чужой! Отстаньте от меня! Атакуйте его! Зачем мне на базу, ребята? Вы зачем мне на базу? Ребят, подождите! Охраняем яйца. Градус? Джек, Руня, это вы? Сейчас, ребята, тихо, я сейчас с ним налажу контакт. Тебя не понимаю, я... Ладно, я тоже знаю украинское, русский. Продолжай, что ты хочешь нам сказать? Я хочу, на самом деле, дело в том, что я приземлился на Луну, и, в общем-то, мой корабль взорвался, и мне теперь никак не попасть... Слишком сложно, дверь там, выходи. Инопришленец, инопришленец. Это вы, инопришленцы. Господи, какой у него странный вид, он страшный какой-то, Джек, зайди обратно, пожалуйста. Я странный, да видел себя у тебя... Лови! Все, не забывайте, я главный охранник яиц, поэтому я выйду в следующий раз с ним на контакт. Джек, будь аккуратнее, вдруг он какой-то радиоактивный, радиационный, заразит тебя. Дайте ему воды, ребята! Сейчас я ему дам воды. Зачем мне воды? Най, воды убирайся. Вообще, это самый ценный ресурс на нашей планете, так что верни. Лучше вот нефть лучше попей. Что это? Зачем ты сюда прилетел? Ответь на вопрос. Зайдите, спрячьтесь, охраните яйца, вдруг он их украдет. Ребята, градус, я, в общем-то, прилетел с планеты Земля, вот стоит. Она что, обитаема? Там же все зеленое, это невозможно. Так, ну наоборот, там зеленое, деревья растут, птички поют. Чем вы дышите? Там же вообще нету озона или азота. Или озон велел и нам терпел. Зайдите, я сказал. Кислород, в общем-то, озоновый слой там тоже есть, ладно? Не голове! Не надо! Инопланетная радиация! Джек, не трать ценные ресурсы. В нашем детдоме и так мало предметов. Вы дети? Да. Мы не должны тебе ничего не рассказывать. Я вот ничего не говорила. Что вы тут охраняете? Я когда вырасту, хочу спиться и умереть от пьянки. Что? В смысле? Держись на расстоянии в 50 блоков от нашей базы, иначе мы тебя зальем нефтью или кислотой. Не надо меня заливать нефтью или кислотой, расскажите. Просто я знаю то, что... Вот. Что это? Убирайся. Это ракета? Блин, я ее могу поставить, но не-не-не-не-не, я так просто отсюда не уйду. Короче, как тебя зовут? Меня Градиентыч. Градиентыч, окей. Короче, я прилетел с вот этой вот голубой и зеленой штуки. Она называется Земля. Вы там все, что ли, голубо-зеленые?
Нет, я, как видишь, черно-фиолетовый. Мы там очень разные. И, короче... Похож на нефть. Зачем вам нефть? Мы ее едим. Ладно, я вас понял. Короче, дело в том, что я, никто там не верит, что на Луне существуют эти самые инопришленцы. А вы как раз таки здесь. Руня, он что-то начинает говорить на непонятном мне языке. А ну-ка, ты как полиглотка, раз поговори с ним. На украинском говоришь. Да не понимаю я вот это. Ты что ты так и себе дозволяешь? Ты, паны, панове, будь ласка, покиньте цю территорию. Градус. Коронавирус, бежим отсюда! Так вот, кто это прислал нам на землю, а я-то думал... Зачем ты ему показал? Апчи! Ребята... Ладно, идите сюда. Убирайся, не хочет заболеть. Идите сюда, я хочу с вами подружиться. Ребята, он приближается, быстрее к яйцам, быстрее к яйцам. Да не нужны мне ваши яйца. Дальше от них. А у вас тут уютненько, слушайте. Не пугайтесь, я к вам с подарками. Это наш гараж, мы здесь снимаем ролики в 3 часа ночи, не трогай ничего здесь. Ага, руки на стол. Что? Стоп, я знаю, что это значит. На нашем языке это значит война. Что? Нет, подарки. Достаем наше оружие, титановые мечи. Нет, бой. Ребята, не надо. Если подарки для них, это война. Уж война для них, подарки тогда. А у меня война, есть... двойная война. Нет, ладно, гостинцы, вкусняшки. О, вкусняшки. Звучит приятно. Вкусняшки, это такие штуки. Я, в общем, их принес с земли. Это очень ценные штуки. Например, у меня есть печенька, она сладкая. Что ты сказал про мою маму? Что? Да, печенье это еда. Он хочет съесть мою маму. Да нет, вот это хочу, вот это подарить вам хочу. Смотри, это сладкая вкусная штука с шоколадной крошкой. Дай сюда. Держи. Где оно? Вот оно. Так, что это такое? Так, одену свои очки для рассматривания. Так, это у нас, это тесто. Я такого ни разу не видел, какая красота. Это съедобно. У меня для тебя есть равносильный подарок. Я делал это сам. Что это? Из лучшего металла на нашей земле. Ой. Ну ладно, это мне пригодится для моих всяких инженерных штук. Спасибо огромное. Ребята, это еще не все. Попробуйте откусить эту печеньку. А мы зубы не сломаем? Нет, попробуйте. Как? Это было вкусно. Да еще. Держите. Тебе и тебе. Яма. Совещание, быстро ко мне. Возможно, он не такой бесполезный, не такой опасный. Хотя нет, насчет опасности не знаем. Возможно, он просто пытается к нам тереться в доверие. Поэтому будьте на чеку. Нет, ладно, да подождите. Он сломал наш модуль. Да пофиг на модуль, он все равно, видимо, туповатый и злой. Поэтому, смотрите, можете брать с него ресурсы, но не подпускайте к яйцам. Опять мне затащились еще пальцы голова. Не переживай, я тебя спасу, получайте. Ты сломал наш священный ТикТок. Что, какой ТикТок? Ребята, накажите его. Ладно, у меня для вас есть вкусная хрустящая курочка. Ты не справишься, если только не принесешь нам специальные ресурсы. Какие? О, нам нужно ведро кислоты, которое находится в недрах земли. Ладно, сейчас принесу. О, держи. Смотрите, что у меня есть, вы же дети, правильно? Нам по 500 лет. Но мы считаемся еще детьми. Молодой. Ладно. И раз вы еще дети, как-никак, и у меня для вас есть еще кое-что. Это самый вкусный сладкий тортик. Это мне. Фу. В смысле фу? Тогда у меня есть борщ. Да, эти дети точно не с нашей планеты. Мой борщ, я отдам. Джекс, ты творишь? Я в джакузи. У меня к вам вопрос, а что это вообще такое? Почему вы эти яйца так злостно охраняете? Отойди. Там вылупляются другие дети по типу нас, поэтому не трожь. И когда они вылупятся? Через 500 лет. Что? Когда мы станем взрослыми? У нас просто как идет, поколение за поколением. Смотри, вот мы повзрослим, у нас появятся вот такие вот, как мы. Потом мы уйдем в путь далекий, а они будут охранять, и снова яйца появятся новые. Ладно, так, ребятки, а это что за руда? А можно я одну штучку себе возьму? А за вот эти вот прекрасные штуки, это называется яблоки в курином бульоне. Я вижу в них потенциал. Что там? Золото. Золото может быть полезным. Ага. Наши сапфиры очень ценные, их нельзя отдавать, они же топливо для генератора. Ребята, у меня для вас есть кое-что. Магический кристалл. Посмотрите, это частичка нашей планеты. Вы же видели, она такая вся синяя, голубая, прямо как этот кристаллик. Слушайте, он нам подарки дарит, да? А нам-то нужно делом-то помочь. У нас-то как бы проблемы, нас терроризируют постоянно монстры. Слушай, чел, ты не хочешь умереть за нашу свободу? А, да, конечно. Стоп, что? Мне все равно, вот броня, вот оружие, иди спасай. Там, короче, крипер-гигант, его надо убить. Что
в смысле? Я не пойду. На работу, если ты сделаешь то, что мы тебя просим, пойдешь и сделаешь эту работу, мы дадим тебе эти прекрасные кристаллы. Кусочек кристалла. На земле их продать ага. очень и очень дорого. Ладно, я согласен. Что ты сказал? Продать наш кристалл на нашем языке, да? Это значит, что ты хочешь нас взорвать, убить всю нашу планету, что? Истребить всех. Нет, если я уничтожу Луну, тогда Земля не сможет существовать. Это все взаимосвязано. Что ты сказал про моего отца? Да хватит, да ничего, я это самое. Что это? О, Джек, куда ты понес? Надо подкачаться. Пока. Путь тебе дорога в жопу. Надеюсь, ты вернешься. Мама! А, в смысле, мама? Я не ваша мама. Ну просто к нам еще никто не переходил. Ты первый гость, и теперь ты наша мама. Нюхай валом, мама. Что? Ой. Ладно, я побежал за монстром. Господи, это что такое? Так, яблоки в курином бульоне срочно. Надеюсь, он мирный. Неужели он терроризирует этих детей? Блин, да у них что, у них с психикой-то там творится? О, я могу их отбрасывать. Получай, получай. Чего? Я не могу его ударить? А нет, бьется, но очень-очень слабо. А, я могу отражать его атаки. А, это будет не так уж и сложно. Он сам по себе попадает. О, минус одна голова, супер! Так, я почти их спас, этих детей. Блин, может их с собой на землю забрать? Кстати, неплохой вариант. Он стал невидимым! Блин, но я все равно вижу, откуда летят Тинти. Ничего страшного, сейчас я с ним быстренько справлюсь. И последний удар! Что это? Что это? Что это были за звуки? Куча опыта, это мне пригодится. Чё тут дерется? Ладно, валим отсюда быстрее. Блин, тут гравитация огромная. А, ну ничего страшного. Ребята, у меня для вас хорошие новости. Какие? Ты не умер? Я победил вашего вот этого злодея. Мама! Серьезно? Ой, что за головастик? Что это, паразиты? Я встречал таких. Бери его. Нет, закрывай. Бери его. Я знаю, что это однажды его занесли. Такого на землю было очень плохо. Кстати, ребят, если он правда его убил, давайте пойдем жителям, скажем, наши дети. Деревню погнали. Ты убил всех наших врагов. Теперь, по сути, нам нет кого защищать наши яйца. Только от Джека, он самый ненормальный. Ну почему я сразу? Нет, Джек хороший. Ты нам столько всего принес интересного, особенно вот этот вот, как его там, борщ. Может, мы полетим с тобой? О, со мной на землю? Я не дам вам уйти на землю. Они исчезли, что ты наделал? Я отправил их в деревню. Пойдем за мной. Попрощаемся с жителями и полетим. Серьезно? Я думал то, что ты не будешь это самое... Мы невидимы, все, пока. В смысле, где вы? Ладно, я пошутил, погнали, реально попрощаемся. А то как же я без них? Они нас едой снабжали, водой, нефтью. Нифига себе, настоящие эти самые лунатики. Лунтик, это ты? Ты же говорил, что бывал уже на этой планете. Да, но это было давно. А знаешь, почему ты дурной? Ты согласился, что это планета, Луна, это не планета, это спутник. Я это прекрасно знаю. Ну что ж, тогда полетели на Землю вместе со мной. Ну что, вы готовы? Да, я готов. Да. Я полетел. Полетели. О, мы как раз таки прилетели, получается, сразу к деревне. Это замечательно, ребят. Вы там где? А, Джек! Я водичку какую-то упал. Дружище, вот поясни мне, что это за жижа? И почему я прыгаю так невысоко? Джек, это вода, самый ценный ресурс. Джек, это вода. Это не самый ценный ресурс. Воды на земле полным-полно. Что это такое? Что это? Это травушка-муравушка. Головастики, что с вами сделали? Из вас выкачали все. Кровь, где ваша голубизна? Она осталась в фанфиках. Вот это вот, знакомьтесь, это таракан. Дай тебя облизать. Ребята, идите сюда. А вот там ваш дом, его видно отсюда. Гигантский сыр, я полетел. Что? А ты умеешь летать? Ты что делаешь? Гигантский сыр, ты там задох... А, хотя ты не задохнешься, ты и так... Подождите, кстати, как он тут дышится? У меня есть что, клюв. Я знаю, будешь питаться отрубями, я тебе их буду готовить. Эх, правда, очередные дети. Ну, ничего страшного. Ладно, ребят. Ну как, вам тут понравилось? Я принес всем сыра. Что? Ура! Чеддер. Какого хрена? Ладно. Ребят, ну что ж, вы тут останетесь? Рыбьи головешки. Нет, если только ребята наберут 20 тысяч лайков, ну или хотя бы 10-15. Кстати, неплохо. 15 тысяч лайков, ребят, набирайте. И тогда, конечно же, мы продолжим изучение Земли вместе с вот этими сумасшедшими детишками. Мы захватим Землю, станем узурпаторами, и она станет колонией Луны, да. Да, конечно, я просто тебе дам по жопе, и ты успокоишься. Джакузи как у палатка. Вылези оттуда, ты можешь умереть. Не, да, это на нас так не работает. Ладно, он типа разогрелся, да, сильно там? С вами был Рай, мы какие-то странные детишки. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои топовые комментарии. Всем хорошего настроения, всем удачки и всем пока.